Спонсор проекта – компания «Сапфир». «Сапфир» – наши лучшие рекомендации. Всем привет, с вами Арина, и это «Технокухня». Красавец кулер Everpool Transformer 3 познакомится с вами, хотите вы этого или нет. Кулер и правда красивый, и выглядит он в корпусе как серебристый, вместе с окрашенным под серебро вентилятором. Сейчас не так редки корпуса с боковыми прозрачными стенками, и Transformer 3 как раз может быть презентабельной моделью, при этом вовсе недорогой, а 900 рублей, и достаточно охлаждающей, что покажут тесты. Несмотря на бюджетность, высота башни довольно серьезная – 16,1 см. Могут быть проблемы с некоторыми корпусами, особенно если устанавливаются боковые вентиляторы. Всего три тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. Но что нам нравится – это три момента. Большое количество пластин, большая площадь рассеивания, прямой контакт с крышкой процессора и отличная антивибропосадка вентилятора. Обороты 12-сантиметровой модели до 2200 за минуту. Запас большой, нам же столько не надо. К тому же мы по правилам установим два вентилятора, так как разработчик предложил крепление для них. Что порадовало, прекрасно проработанный радиатор. Мы разогнали наши вентиляторы до 1440 и 1410 за минуту, чтобы получить искомые 40 дБ с 1 метра. На нашем веку это один из лучших результатов. После жаркого линпака всего 47 градусов в пике. Мы обошли более дорогую модель Deepcool Fin Shark за 1700 рублей. Рекорд нашего тест-стенда. Браво, Transformer 3! Если вы ищете производительную модель дешевле 1000 рублей, то это то, что вам нужно. Единственная претензия – порвалась одна из вибровтулок при снятии, но таких 8 в комплекте под 2 вентилятора. Что ж, мы вручаем этой модели золотую награду. А с вами была Арина. Пока-пока!